Как добралася, Женя? Супер! Добро, проходь, мы чекаем. Дякую. Да что ты делаешь? Ты подаешь. Я? Да! Как вам отдыхается? Отлично. Что больше всего нравится? Организация футбольная, волейбольная. Хорошо, много людей приехало, и православных, и католиков. То есть замечательно, одним словом. Ну и еще не вечер. Да, будем надеяться. Здорово. А кашу ел ваш товарищ? Он сейчас в Италии, 2 часа приезжает и осеребит. Как аппетит? Отлично. Вкусно кормили? Чай. Что больше всего понравилось? Каша и чай. Здорово. Поздравим. Накормил, накормил, напоил, осталось спать. Как вы накушались? Да. Это для... Я этого снимаю для... Для архива, да? Для чего? Для интернета уже, да? Да, для всего. Поэтому говорите, что было все вкусно, замечательно. Хвалите меня, да. Что было самое вкусное? Организаторам спасибо, да. Что было самое вкусное? Все. Да все, каша очень вкусная была, и сладости вкусные. Ну все вкусно, чай вкусный, все вкусно. С молитвой еще вкусно. Да, мужчины повара, лучшие в мире повара. Да, все ясно. Будем шлифовать мастерство и дальше, да? Хорошо. На службу пойдем, на концерт пойдем, все будет хорошо, да. Спасибо, Господи. Пойдем чайку, пойду чайку. Слава Богу за все, как говорится. Очень хорошо, замечательно. Ребята, как вам здесь? Хорошо. Чего ждем больше всего? Ничего не ждем. Ждем музыки. Хорошо. Ждем, когда будет футбол, и потом концерт. Хорошо. Пойдемте, сейчас идем купаться. А на речку не ходили еще? Нет. Мы уже ходили. Надо где-то здесь сходить, найти место. Туда далеко, через дорогу. Какие первые впечатления, братья-католики? Такие, какие последние. Ну, вкусно хоть? Да, чаек вообще хороший. Особенно каша из топора. Пойдем посмотрим. Как тебе все нравится? По-моему, да. Так надо.
Девочки разобрались. Отрыв. Сколько? 17-15. Окей. Опа. Давай, играй. А что вы стоите в тенечке? Я этого человека видел. Почему вы стоите в тенечке? Почему не участвуете в соревнованиях? Мы болеем, мы поддерживаем морально. Как нравится здесь? Так вот. Здорово. Все здорово. Просто жарко. Сейчас покажу. Сейчас, да, покажу. Давайте показывайте. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот тут вот мушка. Ага. Вот тут мушка. Берешь ее, она вот должна. Вот там палочка такая. Ну, на какой палочке? Вот внутри палочки. А, мушка должна совпадать с этой палочкой. Просто какому-нибудь человеку надо снимать. Ой, нет. Это сильно опасно для жизни. Да нет, это не опасно. Нет, ну если кого-то попадет. Ну это с 50 метров. Некоторые личности советуют в кого-то стрелять, чтобы попасть. Это так его держит. Мы уверены. О! Баллах все готовы. Пока еще хватает.
Дашь покой, укрепишь меня, всей душой тебе пребываю я. Даже если я пойду долиной темной, ничего я не убоюсь, ведь ты всегда со мной. Свидетельствуй, гори, не уставай. Ни словом, если, то трудами, жизнью. Христу себя всецело отдавай. Тебе воздаст он в неземной отчизне. Блажен, кому с собой нести дано. Мир Христа свидетельство святое, то церковью живою заодно. Спасение на кресте, на камне строй. Послушай свидетельство мое, вся суета мирская замирает, земным скорбям даруя забытье. Сам ангел двери рая открывает. Сегодня с этой сцены выступают православные, католики, протестанты. Я знаю, что здесь, среди присутствующих, есть люди, единственное только, не знаю, сколько у вас, много или мало, надеюсь, мало, люди, которые критически относятся к этому фестивалю, с той точки зрения, что мы якобы хотим поставить знак равенства между разными христианскими конфессиями, в то время как между ними есть серьезное разногласие и противоречие. Да, эти противоречия есть. Но обсуждать их ради пользы дела Христова на земле мы должны в атмосфере искренней заинтересованности друг к другу, искреннего доброжелательства по отношению друг к другу. Фестиваль «Христос посреди нас», участниками которого вы являетесь, он как раз и служит созданию такой благожелательной атмосферы. Межконфессиональное противоречие не стоит переносить на межличностное отношения. Пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять. Он ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Вид с поля ночная прохлада, с яблонь дым облетает густой. Тем кружить, петь и дружить, я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в покой.
ваш маленький город, я пройдусь мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком, недалеко отсюда мой дом. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Милый Боже, пошли очищение от телесных духовных недуг. Помоги мне, Господь, дай прощение, веру дай, как спасательный круг. Дай мне мудрости, самую малость, дара Духа Святаго печать и разумное сердце вдобавок, чтобы зло от добра отличать. Мне лёд, витая дорога, ты не помлетай, вниз не глядит, всё покрыто тишиной. И пальцы укротишь, так по сердцу обута, кусается стезор, и не станем окуты. Тут заборонен сон, а ты идешь на горы мой думать. Телефона и почуешь далеку, крок назад, деля пенны без пеки. Бездоком скасаваши увагу, крок назад, и ты не стогай отваги, ты не стогай отваги. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. She's standing right in front of me. Until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, oh, let it be. Let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be, oh, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Gloria, Gloria,
и пошлю их самым далеким народам, чтобы возвещали мою славу, чтобы возвещали мою славу. Католиков, к сожалению, сохраняется разногласие вероучительное, да, но очень бы не хотелось, чтобы эти разногласия становились межличностными, чтобы мы, как бы какой-то конфликт был между нами, между людьми, это неправильно. И пусть этого не будет в нашей жизни и среди нас, пусть среди нас будет Христос. Аминь. Аминь. С Богом.